ты моя девочка. Ну что, моя хорошая? Сейчас я выхорошу. Сейчас, моя детка. Ласки не хорошие. Солнышко, позови. Да, еще. Мы приехали в клинику. Сейчас ждем врача. Должны сделать снимки, потому что мы не понимаем, что с ней и какая рана где. Она 4 часа лежала без сознания. Да, моя хорошая. Дышит очень тяжело. Очень. Но меня больше всего пугает то, что она кормящая мама. Вот это самое страшное. Ну, это поводок, это мы прицепили. Хотели зафиксировать, чтобы она не ползла по машине на всякий случай. Она кормящая, ребята. У нас молочко есть. Господи, у нас еще и молочко. Сиси на боклюсе. Господи. Мы оставили женщину там. Она поищет малышей. Если найдет, она нам отзвонится. Дай Бог, чтобы девочке можно было помочь.